Всем привет! Сегодня готовим оригинальную закуску в виде рулетов из огурцов. И рулеты будут не простые, а, конечно же, с очень вкусной начинкой. Для начинки мы берем пучок зеленого лука, маленький, ну пол пучка, и мелко нарезаем. Еще нам потребуются оливки. Режем их на 4 части каждую вдоль, а потом тоже на такие маленькие меленькие кубики. Еще небольшой кусочек ветчины тоже порежем маленькими кубиками. И основа начинки – это адыгейский сыр. Натираем его на мелкой терке. И добавим немножко сметаны, чтобы у нас все связалось между собой. И перемешаем. Вот и все, начинка для наших рулетов готова. И что мы делаем дальше? Берем огурец. Отрезаем все хвостики и делаем первый такой разрез. А теперь овощечисткой нам нужно нарезать огурец на тонкие слайсы. Вот так вот, замечательно. И так как огурчики у нас очень тонкие, смотрите, кладем один, отступаем какое-то расстояние, на него кладем второй и потом третий. А сейчас в самое начало укладываем нашу начинку и заворачиваем это все рулетом. Замечательно. Скрепляем шпажечкой и поехали таким образом делать дальше. И вот так вот легко, быстро и непринужденно готова тарелочка закусочных рулетиков. Что же это такое на вкус? По-летнему свежо, хорошо и оригинально. Понравились рулеты из огурца? Ставим пальчики вверх, подписываемся на канал и пока!